В Бурятии зарегистрирован уже 31 случай заболевания клещевым энцефалитом, среди которых один летальный исход. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии, с начала сезона в республике зарегистрировано 3221 обращение по поводу присасывания клещей, из них 1022 случая среди детей. Всего за сезон исследовано 1116 клещей, снятых с пострадавших. Специалисты отмечают, что клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой рикетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. В период сезона активности клещей одним из эффективных способов уберечь себя от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, а также профилактика. Необходимо использовать отпугивающие средства, носить защитную одежду, не сидеть на траве без подстилки и постараться не заносить в жилые помещения лесные цветы и другие растения.